еще хочу показать вам вот такую фишку. На Самсунгах есть приложение SmartTix. Давайте немножко назад шагнем. Ну, оно выглядит вот так, то есть это управление умным домом в том числе, но также есть и SmartTix Find. Не знаю, как это на английском, но тем не менее. То есть мы можем посмотреть все устройства, которые стоят на вашей учетной записи, где они находятся в данный момент. Это, допустим, это устройство. И также мы одну учетную запись занесли и сюда. Тема всегда включается. Так, давайте мы заблокировали. Нет, можно даже что сделать? Беззвучный режим включить. Беззвучный, полностью беззвучный, то есть даже вибра нет. И, ну, не знаю, нам нужно, чтобы он здесь лежал, чтобы видно было. И после этого мы берем, что делаем, обновляем, где он находится. И когда он обновится, мы кликаем на него. Открывается вот такая карта с указанием адреса. Вот. Теперь, значит, можно перейти, это значит открыть карты и построить маршрут. Если вы, допустим, находитесь где-то и телефон в другом месте, то здесь... Вы прибудете к месту назначения. Да, то есть, ну, буквально сразу же мы его и находим, потому что он находится рядом. Хотя GPS, в общем-то, особо и не видать, да? То есть там, наверное, все-таки будет какое-то снисхождение дальше. Можем мы включить сигнал. Сигнал будет одну минуту проигрываться. И мы видим вот такой сигнал. Отключить. Можем другие параметры открыть. Здесь будет переадресовано в браузер. В браузере вы вводите свой логин и пароль. И попадаете вот в такое меню. То есть мы видим телефон, и мы видим, что мы можем с ним делать. Также мы видим, где он находится. То есть это очень удобно. Если, допустим, вы купили ребенку, либо пожилому человеку, вы всегда можете знать, где он находится. Я считаю, телефон на Android — это самое лучшее позиционирование на картах. То есть ни одни часы, ничего другого так вам не покажут точно, как Android телефон. Так, входим. Tix. И также можно поиск делать. То есть вот я сейчас, ну, я сейчас покажу вам здесь, да? И вот чем вы дальше находитесь, тем меньше показывается вот это зеленое. То есть, допустим, не знаю, это все-таки на расстоянии Bluetooth. А если это, то это, наверное, 10 метров, там 9 или так далее, там подобное. И мы вот так идем. Ну, я, видите, если я сейчас буду убирать, он эти убирает, ну, не успевает, естественно. То есть чуть подальше, да. И потом мы, естественно, когда уже высокий сигнал, опять нажимаем. Все, отлично, все работает. Стоп. И выходим. То есть я считаю, это, ну, очень хорошая фича Самсунгов. А ее можно попробовать. Нет, кстати, ее уже не попробуешь. Раньше это работало на других телефонах. А в недавних новостях я прочитал о том, что Samsung требует аккаунт Samsung. То есть минимум вы должны аккаунт Samsung иметь. И максимум уже там телефон Samsung. Ну, вы можете проверить, поставить это приложение, завести аккаунт Samsung, будет ли ваш телефон работать. Если вы напишите в комментариях, я буду очень благодарен за то, что вы покажете. Ну, а управление домом — это уже совсем другая история, это уже совсем другое видео. Если вам будет интересно, спрашивайте, я вам расскажу. Кстати, с помощью Samsung Tix мне удалось подключить некоторые приборы
колеси, которые раньше другими приложениями не подключались. Ну, я говорю, если вам интересно, спрашивайте. Вот, наверное, вот такое, такая еще вставочка будет. Ну, поэтому само приложение SmartX на телефон не ставится. Оно не нужно здесь. Все так же существует такое... В настройках существует поиск телефона. Нет, не поиск телефона, а как безопасность. Если мы три раза нажимаем кнопку Power, то уходит SMS, MMS со звуком, там, с фотографиями, передние и задние камеры на заранее заложенные номера. Здесь, допустим, один мой номер стоит только у мамы. Можно занести три номера, то есть мамы, папы, там, если это ребенку, дедушки и так далее. То есть кто-то получил, все, посмотрел фотографии, понял, что опасность существует, уже предпринимает какие-то шаги к устранению этой опасности. То есть такая возможность существует на всех Samsung'ах, которые выпущены, не помню, там с 16 или с 18 года. Все.